Коллеги, здравствуйте. Начинаем после матча пресс-конференции. Вячеслав Григорьевич Мазарати, главный тренер команды «Николая-2». Традиционно начнем с комментария, затем вопросы. Пожалуйста. Ну, мы очень довольны результатом, тем, как ребята относились к игре, как проявили мужество, самоотверженность, характер. И, ну, будем так говорить, еще сезон не закончился. Одна игра, но эта игра для нас имеет большое значение в плане восстановление команды. И то, что мы обыграли лидера второй лиги, это очень правда. Давайте вопросы. Пожалуйста. А какие основные мотивы или как настроили игроков на такой матч? Сильный соперник, лидер, великолепный стадион, поле. Вот эти основные мотивы, которые скоро это самое окончание сезона. И осенью уже делаются выводы, кто остается в команде, кто будет отчислен, кто это самое будет дальше с нами идти, а кто будет уже, наверное, в другой команде. Еще вопросы будут? Пожалуйста. Завдання, які перед вами стоять на цей сезон? Наша задача основная – это подготовить для первой команды резерв. Вот это и есть самая основная задача. Дякую. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, много было игроков из первой команды? И много ли было игроков, тех, кто принимал участие в домашней игре? Ну, домашнюю игру сейчас вам не скажу, но с первой команды у нас Аксенов, кто с ними тренируется, и писал. Все остальные, так как бы наши ребята. В запасе Чумак Роман сидел. Еще вопрос. Скажіть, будь ласка, ви налаштовували команду на сильного суперника, ну і самі, звичайно, розумієте, з точки зору турнірного становища, але в підсумку Миколаїв-2 сьогодні виграв. Можете просто прокоментувати, сильний суперник, металіст 19-25, чому програв сьогодні? Може, вони недооцінили нас. Такое теж може бути. Да, у них були моменти, у нас були моменти. Це футбол, нам сьогодні повезло більше. Дякую. Ще вопроси будуть? Ні, спасибо. Вам спасибо большое. Сюди. Карточку, да? Ну, сразу. А, ну, сюди.